первый день командных соревнований молодежного чемпионата Европы прошли состязания в трех дисциплинах – мужской рапире и шпаге и женской сабле. У девушек сборная России выбыла из борьбы за медали после поражения от будущих победителей – турецкой команды. Мы вообще приходили, если честно, вообще с совсем другим настроем и вообще не верили, что можем победить. В рапире россияне заняли пятую строчку, а первенствовала Италия. У шпажистов команда с Апеннинского полуострова также попала в финал, но в нем уступила Испании 45-38. Российская же сборная заняла 11-е место. Мы действительно очень счастливы победить. Мы изначально ставили цель завоевать золото. И у нас это получилось. Программа чемпионата Европы завершится 25 апреля командными соревнованиями. Трансляцию финала смотрите в 14:00 на канале Русфенсинг ТВ.